Так, Андрію. Слухай, я вже закінчую. Незабаром буду вдома. Дочекайся мене. Ні-ні, сьогодні точно, обіцяю. Я слышала, ты куда-то собрался. Ну, мы же домовлялися, хіба ні? Так вот, если ты забыл, в этом заведении решаю я, кто, куда и во сколько уходит. Просёк. Так, Валентину Іванівну. То це я не справляюся зі своєю роботою, так? Дуже вам вдячна. Анастасія Востокова! Ещё поддержим, ведь мы так долго его ждали! Почему? Не скажу, но не просто же так. На войну не пойду, покажу белый флаг. Запомни. Так легко по одной и в палитре цвета. Далеко и никто уже поздно решать. По чуть-чуть, как в кино, снизу красный квадрат. Я лечу, нет дороги. Железные мосты по рукам в Красном море. Я не поверила слабам. Я хотів пропросити. Жить не стоит. Вагона це так не означає. На пероні. Слухай, я вже закінчую. Незабаром буду вдома. Дочекайся мене. Я кохаю тебе. Цілую. Давай. Поддержим, ведь мы так долго его ждали! Итак, вы даже не представляете, что сейчас происходит со мной. Меня затягивает в этот центр эти безумные, просто красивые дела.